Все, не отвлекаемся. 120-й. Живи! Тупо бараны эти козы заплевывают. Жопа, жесть! Просто мобы срезают. Я в шоке. Мобы грызут. Блин, из этих лучей не могу подойти. Ну, давай. Я в нему прокастоваться из этих лучей. Нормально. Блин, конь слетел. Один баф поймал, пока держал баф, и уже другой баф закончился. Ну, да что такое? Там 0,5% хп осталось, и я не могу его пробить. Купи. А хлеб купить, блин. Воды еще можно купить. Закончилось. Ну, свет можно было не выключать. Не. Ну почему два здесь, один там стоит? Ну и щит заканчивается. Блин, еще телепорт эти дают долбаные. Да ну сколько можно телепортировать? Ху-ху-ху-ху, больно-то как! Успел прожать. У меня эта ладошка уже мокрая. Реально мокрая. Потеет. Просто мобы. Какой хочешь, Юля. Тебе вопросов миллион. Действия элементарные, а вопросов миллион. Откуда ты их берешь, все вопросы?
Что-то у меня запасов по времени нет вообще. А, комрак там за углом бегает, собаку одну бьет. Это бесполезную. И нормально все там чухает. Его не волнует, что происходит на поле боя. Так, а где еще? А, вот еще одна мелкая бегает. Крестеныш. Где урон? Не пойму. Что я не прожал? Почему урона нету? Пик. Куда бежать? Сюда. Сила это хорошо. Так, синька есть. Ну, что ты стоишь? Что ты стоишь? Угу, понятно. Пир пошел. Че я против него пройти? Что за игра такая? Ну че, по одному бить? Опять тупик. Так, синька и голда, две элитки, нормально. Пихаешь меня. Жестко, вообще жестко. Так, область вижу. Пока дошел, она уже исчезла. Комрак, блять, лечи меня. Делай что-нибудь, делай. Не дай мне умереть. Да сколько этих лучей можно? Да ужас просто. Говном просто закидывают. С ведра поливаю.
Ничего вроде бы нету. И пробиваю. Уже пробили пассивку. Кританула, да? Пол хп с одного удара снесло элитки. Да. Что-то не получается. Не клонируются или что, не пойму. Вот что там, 1% хп он не пробивается. Не, я не успею. Вообще локации дерьмище, мобы дерьмище, все, не повезло, сильно не повезло. Точно такие локации попадаются, можно сразу выходить. Жопу не мучать. Руки базуки пиздуют на меня. Не, жопа. Бывает там с одной тычки элитки пол хп сносишь, с одной тычки. А бывает там 1% остается, и ты не можешь этот процент пробить ему никак. Стенок наставили, блять, хуеву тучу, блять. Не пройти, не пролезть. Давай, давай, поднажмите. Элитка, лопни какая-нибудь, хоть лопни. Сейчас пост появится. 3%. Ну, ну, давай, давай. Под молнией. Не, не, не знаю, попробуем. В принципе, по боссу я нормально разгоняюсь. В принципе. Ой, не успел прожать скилл. Как же обидно. Что-то каждый следующий метеорит все больнее и больнее пробивает. Ты можешь не текать от меня? Нет, должен успеть. Все, пошел порал на босса уже. 276 место. Плохо. Когда я проходил 119, я попал на 208 место. А 220 попал на 200 там какой-то. Ну с первой попытки. Это при том, что портал был, порталы были ужасные.
пилоны были не в тему, элитки было мало.